Не ори. Отлично. Что? Что за херь? Ага, конечно, я теперь ее заблочил. И что делать? Как она меня спалила сквозь стену? У меня же предмет есть. Только бы он ко мне не перся. О, ноу. Нет. Пожалуйста. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Нет. Нет. Видали? Вот и тетя. Здорово, народ! Вы на канале Одинокого Снайпера. Сегодня мы продолжаем играть в хоррор под названием Феноменон. Феномен. Хоррор заключается в том, чтобы исследовать и обнаруживать, сканировать, замечать, оглушать паранормальные явления. В прошлый раз монстра я так и не встретил, хотя его очертания, как он проходит, видел. Ну, ой, что-то шуршит опять. Я устраиваюсь, наверное, поудобнее в своем импровизированном кресле. Ну что ж, я понял только одно. Мы продолжаем. Я сохранился в лифте с собранными двумя предметами и со сканером в руках. Да, все. Так, в лифте сильно лагает, поэтому я быстренько отсюда свалю. Так, мне постоянно твердил главный герой: следи за паранормальной сущностью. Но в принципе мы не ходили еще только сюда и направо. Такие вот дела. Да-да-да, он начал болтать опять старую песню. Сюда нам не пройти. Окей. Сейчас обыщем тут то, что рядышком находится. И пойдем вперед. Туда наш призрак тоже забредал. А раз он сюда забредал, значит, есть толк обыскать те места. Интересно, тут тоже что-то коротит. По-быстренькому обыщем, чтобы он не встал в то место, где есть предмет, а мы вдруг начали там находиться. О, господи. Ага. Так, возьми. Так. На горизонте чисто. А раз на горизонте чисто, то можно потихонечку нести все в лифт. Почаще бы сохраняли. Наверное, через каждые два предмета нас будут сохранять. Но если после предмета сохранения предметы будут спавниться не рандомно, то это будет My Garble. То это будет очень круто. Это будет реально, реально круто. Так. Ну, монстра нашего вроде бы нигде нет. Если ты так и не разглядел, что за монстр. К сожалению, я видел какие-то очертания и понял, что это уже не животное, а человек. Ну, там буквально в самом начале серии, прошлой, предыдущей, можно было видеть. Сейчас вообще. Тишь да гладь, Божья благодать. Опа! Сзади идут, а мы забегаем сюда. Сзади идет у нас наш дорогой призрак. Теперь же не идет. Он мигал-то, я точно помню. Но, видимо, мы ушли от него, и сюда он не направлялся. Ну да. Так, 14 предметов. Аккуратненько чекаем. Идем по комнатам. В комнатах я сильно не буду задерживаться, потому что, как я понял, кроме как в ящиках,
Предметов нет. Да ё-моё, откройте нижний. Хотя и в верхнем, и в нижнем спавнятся бутылки эти драные. Игра мне нравится, вам тоже, ну прям должна понравиться. Хотя бы графону, реально. Или хотя бы атмосферой. Но чем-то-то должна. Мне же она зашла, я человек очень требовательный. Да открой ты это дерьмище. Вперед. Может, я потом... Что там, предмет? Призрак вроде за стеной, да? Или спереди? Спереди. А если он ко мне идет? Нет, не ко мне. У меня же предмет есть. Только бы он ко мне не перся. О, ноу. Нет. Пожалуйста. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Нет. Нет. Видали? Вот и тетя. Окей. А меня сохранило? С тремя-то предметами? Я в этом сомневаюсь. Да, меня не сохранило. Так, ребят. Какие настройки, господи. Возьмем-ка мы это говнище. Если призрак рядом, мы его услышим. Сегодня проходим с этим говнищем. Так. Сейчас посмотрим, у нас рандомно все спавнится или не очень. Да знаю я все. Где-то рядышком был предмет. За дверкой. Вот здесь. Ну что, ребят, хорошая новость. Мы поняли, как выглядит монстр. Да, предметы здесь не рандомные. Казалось, наверное. Хорошо, спавн монстра. Рандомный. Перестань. Блин, а мне не было, некуда было бежать. Только на него. Господи, господи. Так, тогда здесь получается пусто. И здесь было, по идее, должно быть пусто. Сейчас прочекаем. Ну да, я тоже так думаю. Ё, запись, за что же ты оборвалась-то? Так. Я потерялся. Где это была бутылка драная? Мне кажется, дорогие друзья, что гораздо выгоднее использовать эту хрень. Потому что если призрак рядом, ты точно услышишь шаги. Так где же эта бутылка-то сраная? Судя по всему, она придет отсюда. Так, это вроде я топаю. Чё за фигня? Чё за хрень? Да тут самолет взлетает. Оно мигает теперь. То есть на эту говнюшку нужно нажимать.
чтобы она работала. Блин, я бы сейчас сдох, если бы не нажал. Ну, в смысле, если бы не понял, как ей пользоваться. Это я хожу. Теперь паранойя насчет собственной ходьбы. Не буду бегать. О, не мигает. Отлично. Упс. Сохранись-ка. Вовремя это я. Оно сзади, по идее. Дверь открыла, вот когда я на которую посмотрел. Какая уродина. Ты посмотри. Я еще не осмотрел это место до конца. Надо бы его дождаться. Хотя она может быть... Нет, она здесь. Рядышком. Она вот открыла дверь, сейчас будет выходить. Секунду. Я так сделаю. А, это эта хрень скрипела, значит. А нет, это мыши. Это реально были мыши. Привет. Привет, тварина верещащая. Это реально мыши были. Пи. Она пошла куда-то туда. Мне кажется, стоит... обыскать ту часть помещения. Здесь мы были, ничего не нашли. О, что-то есть. Да. Мышь. Ой. Так. Это твою мать. Тут это говнище где-то бродит. Тихо, мышь. Не ори. Отлично. Что? Что за херь? Ага, конечно, я теперь ее заблочил. И что делать? Как она меня спалила сквозь стену? Как? Как ты меня спалила-то сквозь стену? О! Весело. Блин, она еще оглушает этим криком меня же. Ну ладно, сейчас я подожду, пока это говнище перезарядится. Она меня взяла и сквозь стену спалила. Ну зато мы ее разглядели. Вблизи, мышь, заткнись. Ты меня спалила в прошлый раз, да? Я вот сюда встану. О, я уже готов. Отлично. Мышь у лифта верещит, скотина. А я уж положил. Да не верещи ты.
какую сторону ушла эта мадама. Ладно, хер с ней. Господи, мышь. Не ори. Надо тут все внимательно осмотреть. 5 предметов я нашел. 14. Эта глушилка-то полезная. Но мало того, что глушит, так еще эта херня теряет меня из виду. Я топаю, что ли? Постоянно стремаюсь собственных шагов. А это уже не я. Надо еще один объект найти. Она вроде... Я не знаю. Близко. Да как? Как она меня палит-то? Как это дерьмище меня палит-то? Я хз. Но она меня просто палит как-то через все стены. Блин, она ко мне идет. Или не ко мне? Где она открывает двери? Я сканер сейчас не буду доставать, я боюсь. Воу! Тупая ты мразь! Она меня спалила через стены. Как она меня палит-то через стены? Возьми этот глушак. Блин, опять 4 объекта, ну ладно. Хотя бы помню, что 5-й здесь. Да не нужно мне за ней следить. Я за ней слежу. Точнее, не слежу даже. Блин, мышь, снова ты здесь. За ней не слежу никак. Она мне сквозь стены палит. Скажите, это нормально вообще? Туалет я еще не до конца осмотрел. Я еще ее криками оглушаюсь. Как она меня сквозь стены-то палит? Или это она просто орет? Я не знаю. Нафига мне еще какая-то карта была нужна? Я вроде помню, где ее оставил. Правда, туда переться полдня. Ну да ладно, туалеты тоже пустые. Печально. Нафиг ты себя закрыл-то? Еще один драный объект. One more, one more. Так, ну здесь где-то бродит. Так, господи, хватит. Сюда спрячься. Оно оттуда выйдет. Вышло. Не знаю, что бы ни было, я врублю эту глушилку. Даже если она заорет. Потому что я не знаю, она просто берет и просто орет. Даже если он между нами нет зрительного контакта. Хорошо, она вроде уходит. Раз она уходит, значит, она пришла оттуда. Где есть объект? Раз она пришла оттуда, где есть объект,
то надо бы его найти. Дурацкий гром. Я все думал, что я что-то делаю. Все взрывается. Где же эта дурочка нашла объект? Открой! Господи, мы время теряем. Так, хорошо, пусто. Здесь что не прочекал. Да вообще это, этот сканер стал бесполезным. Вот тут обязательно что-то должно быть. Тут до хера места. Нет. Странно. Даже пространство. Я не буду за ней следить, я просто буду смотреть, куда она уходит. Если она меня через стены палит, то нахер мне за ней следить? Она сама меня выслеживает, будь здоров. Эта глушилка ее сводит с ума. У нас одинаковое оружие. Я ее глушу, и она меня глушит. Проблема в том, что она это делает впервые. В общем, мы так весело друг друга глушим. Опять мыши. Да не нужно ни за кем следить. Не хочу я ни за кем следить. Мне жопа настать, мгновенно. Мгновенно жопа. Даже она так намыливалась здесь. Почему все затихает? Так-то. Главное, эту штуку еще не нажать случайно. То мало ли. Ну ладно, хотя бы я знаю, что спереди никого нет. Еще карта. Там еще больше крови. Нахер мне карта столько? Я уже две карты отыскал. Одна в том блоке, другая в этом. А нахера мне столько карт? А, может она у карты останавливалась? Слушайте. Вполне возможно. Мне бы, бляха, игру сохранить наконец. Я устал. Я этот момент уже, по-моему, второй раз перепрохожу. Это еще немного, но, блин, это довольно геморройный момент. Ну ладно, в этих блоках она редко бывает. По крайней мере, она никогда не заходит в них до конца. Ладно, хорошо, она остановилась у этой карты. Она уже на две комнаты позади меня. Так. Хорошо. Она пришла за картой. Ну, вроде как. Да. Вот она открыла дверь с картой. Все еще идет. Закрыла. Во как. Спасибо. Благодарю покорнейше. Она на самом деле просто закрывает двери, которые я открывал. Она пошла дальше, значит дальше что-то есть. Хорошо. Давайте дождемся. Недалеко, кстати. Вроде не должна меня была спалить. Будет. Ну да, вот она пробежала тут. В двери. Ну просто тут же она меня не спалила, когда первый раз шла. Ладно. Практически отличная новость. Сюда она больше.
Чё? Дура, что ли? Как? Я нажал на эту хрень? Да, вроде. Вот как меня спалили? Она вообще в километре от меня была. Иди-ка по своим делам. Вот как? Вы ее видели? Я нет. Она просто взяла и заорала. Сейчас подождем, пока это говно зарядится. Я не собираюсь с незаряженной хренью. Она вернулась. Нахер ты сюда пришла опять? Или она уходит? Только вот, куда она уходит? Туда? Или наконец-таки назад? Ладненько. Вроде дверка тут не открывалась. Значит, ее здесь не может быть. Может, она ушла обратно. Глушилка-то вещь полезная. На мне вдруг стало через стены палить. А с дрянным сканером я бы не справился. Зараза. Что у нее за видимость-то такая? Давай, жопу пропихивай свою сюда. И смотрим, где же она остановилась. Это не объект? Нет, это какой-то драный стакан. Ободранный. Я дверь открываю, закрываю. Она их все время закрывает. Да не надо ни за кем следить. Я уже понял, что она где-то здесь вставала. Значит, где-то здесь есть предмет. Где же этот долбанный сейф? Save me. Самое обидное. Если на обратном пути обосрусь. Если успею положить вещь в лифт, и она съест меня, то это еще нормально. А если не успею... то жопа моя разорвется, но в любом случае. Пройдем. Не пройдем. Я уже на этом тогда закончу. Вернусь в лифт, сохраню игру и закончу. Потому что это уже трэшак. Трэшак, так сказать, начался. И заканчивается, пока не собирается. По крайней мере, пока я игру не сохраню. Опаньки. Давай. Блин, везде пусто. Блок Д. Я вернулся, что ли? Что? Или как? Я вернулся или нет? Почему тут ящики не оставляются открытыми? В блоке Д я вроде как был. Наверное. Все равно надо прочекать, люди. Прочекать надо. Иначе никак. Где же сраный последний объект-то шестой? Благо хотя бы... я пойму в следующий раз, что туда нам лезть не надо. По этим блокам шататься. Нафига она тогда сюда забредала? Просто скажите мне. Плёха. Вот это да. То я не ожидал. Там объект? Нет. Чё-то дверь тогда беспредельничает. Пошла-ка ты в жопу, дверь. Объект. Да бляха... валим. Просто валим.
это говно здесь. Наверное, передо мной. В любом случае, я сделаю... Я тебе сейчас пару. Ты тут? Положи. Все, мне ничего не страшно. Фу. У лифта меня ждала Кимперила. Мне насрать. Даже если она сейчас меня поймает. Насрать. Нет, она уходит. Ну ладно. Можно успеть нажать до того, как она заорет. Вот скажите мне, как она меня спалила? Или она орет, когда услышит звук какой-то? Рядом с собой. Вот мне всегда интересно было. Хотя да, по идее так. Главный герой же не орет, что надо бежать. Значит, по идее, она просто оглушила меня. Но это ее минус, так сказать. Это ее главный минус. Я сразу понимаю, что она начинает орать и начинаю глушить. А это, в принципе, для меня огромный плюс. Ну что же, ребят, мы почти половину объектов уже собрали. И на этом пока что на сегодня мы закончим. Начался трэш. Слушай, дай мне попрощаться нормально. Видимо, не даст. Короче, начался трэш. И я сейчас, по-моему, помираю. Но мне пофиг, я сохранился. Да, я помираю. Значит, тут пройдет у лифта. Да, она все ближе. Короче, готовьтесь, она сейчас вылезет здесь. Нет, нифига. Там где-то шарится. Короче, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видео. А всем до встречи в следующей серии. Всем пока. Пока меня не съели.